Ученые 20 стран Азии, Африки и Европы, участники международного семинара ирригаторов, который проходил в Узбекистане, посетили Голодную степь. Здесь они ознакомились с достижениями республики в области орошения безводных земель. От Фархадской гидроэлектростанции на реке Сырдарья берет начало большая ирригационная система. В совхозе Фархад применяется новый оригинальный метод полива плантаций. Гибкий шланг из хлопчатобумажной ткани легко прокладывается к любому участку, наполняется водой и образует искусственный арык. Всего 3 года назад здесь была безжизненная пустыня. Теперь на этих землях вырастают богатые урожаи хлопка и очень вкусный виноград.